Итак, ребятки, всем привет! Сегодня поговорим об компании Infinity Matrix, а именно, сейчас задают вопросы, что такое золотой треугольник и почему он так сильно выгоден. И выгоден ли он вообще? Давайте сегодня с вами разберем. Смотрите, ребята, разберем на примере второй матрицы со входом на первый стол. Он стоит 4000 рублей. Посмотрите, к примеру, вот это вы взяли себе стол на 4000 рублей. Под себя поставили человека. Вот сюда и вот сюда. И начали приглашать. К примеру, хоть вы приглашаете, хоть ваши люди, разницы нет. Ну, давайте сделаем так, к примеру, что это приглашаете вы. Вы поставили сюда человека, поставили вот сюда человека, поставили вот сюда и поставили вот сюда. Что происходит? У вас закрывается матрица. Первый стол. Вы, пригласив, когда приглашаете вот сюда человека, вы зарабатываете 4000 рублей. Вы закрыли матрицу, и этот ваш аккаунт переходит во второй стол. Смотрите, понятно. Вы дальше развиваете команду, и ваша команда начинает развивать дальше. Что происходит? Поставили сюда человека, вот этот человек заработал 4000 рублей. Доставляется, у него закрывается матрица. И он переходит к вам во второй стол. Дальше что происходит? Начинаете все вместе приглашать. Сюда ставится человек, сюда, сюда, сюда. Когда сюда ставится человек, вот этот человек зарабатывает 4000. И попадает к вам сюда во второй стол. Теперь, ребята, вопрос. Если бы вы брали не один аккаунт, а взяли бы золотой треугольник, вот этот аккаунт и вот этот аккаунт, что бы получилось? Все верно. Получилось бы то, что вы заработали бы не 4000, а умножили бы этот заработок на 3. Таким образом, вы получили за одну и ту же работу 12 тысяч рублей, а не 4. Со второго стола вы уже получите там вход 8 тысяч. Умножаем на 3 золотым треугольником, получаем 24 тысячи рублей. Третий стол во второй матрице стоит 16 тысяч рублей. Таким образом, мы зарабатываем 48 тысяч рублей. И четвертый заключительный стол во второй матрице стоит 25 тысяч рублей. Также умножаем на 3. Это будет 75 тысяч рублей. Теперь, ребята, вопрос к вам. Как вы хотите зарабатывать? Вот столько? Или сделать те же самые действия и заработать вот столько? Ответ, ребята, очевиден. Конечно, вот столько. Так как работа одна и та же. Что с одним аккаунтом, что с золотым треугольником. Я думаю, ответил на ваш вопрос. Почему именно выгодно заходить с золотым треугольником? Ответ, думаю, все получили. Итак, ребята, мы снова разобрали одно из важных моментов в компании Infinity Matrix. Кому что непонятно, пишите в комментариях. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был, как всегда, на связи Ермилов Александр. Успевайте записываться на престарт. Компания стартанет Infinity Matrix либо в пятницу, либо в субботу. Это будет либо 13 или 14 сентября. Если хотите попасть в мою команду, то пишите мне в личку. Все мои контакты будут под данным видео. Либо обратитесь к тому человеку, который дал вам данное видео. Ну что, ребята, всем пока, хороших профитов, до новых встреч.